Не дыши. Чат, не дыши. Чат, ты дышишь, блин, я же слышу, ты дышишь. Чат, а ну прекрати дышать. Чат там усердно каркает. Пипец, блин, это чат. Чат, ты же понимаешь, мы отсюда никогда не выберемся, если ты будешь не будешь мне помогать. Чат, ты же понимаешь, это чат. Еще одна карточка первого уровня. Две первого уровня, одна вторая. Блин, чат, боже. Что за хуйня? Чат, хватит каркать! Чат, какого хрена ты там накаркал? Чат, блин, пишет во всю свою кар. Ты... Я там бегал миллион раз. Что это такое? Да нет, чат, хватит каркать, мне хватило. Я 5 раз там бегал. Первый раз такая херня произошла. Это ты сделал, что ли? Подожди, это что, реально, что ли, ты сделал? Ты до этого... Подожди, это... Нет, это... Я хз. Блин, долбый... Чуть не заплакал, бля. Сука. Конченая игра. Это просто вход в лифт в подвал. Где меня убьют 100%. Я зря сюда шел. Здесь ничего нет. Ладно, мы спустимся вниз для того, чтобы просто этот ушел оттуда. А чат счастлив заливается. Ох уж это чат. Блин, у меня уже нервы сразу. Чат, ты понимаешь, что у меня нервы? Чат, ты понимаешь, что играть в это довольно муторно и сыкот? Чат, ты понимаешь, что ты должен меня жалеть, лелеять и любить? Говорить, что у меня получится. У нас получится. Ведь ты же здесь со мной. Мы же с тобой выбираемся вместе. Понимаешь, чат? Мы же вместе с тобой здесь страдаем. Мы что, застрянем? Сейчас как дед появится, как вылезет, да когда с нам люлей? Тут ни сохранения, нифига нету. Куда ты прешь? Что-то было вообще. Гребаная машина улучшения. Да найдись ты, сука. Пожалуйста. Пожалуйста. Нам нужна машина улучшения. Блин. Когда мы найдем машину улучшения, мы сможем там сохраниться. Наверное, я не знаю. Я вообще не уверен, на самом деле.
Пойдем сохранимся здесь. Какая хер разница, если так-то подумать? Я не могу здесь сохраниться. А, могу. Слушай, чат, люблю тебя. Обзываю чат и люблю одновременно. Как это работает? Объясни мне, чат. Почему я тебя так ненавижу и так люблю одновременно, когда ты так делаешь, а? Почему? Объясни, как это работает? Почему я одновременно хочу тебя придушить и одновременно тебя хочу любить, а? Вот как? Как? Кармсье. Я еще ни разу не был так близок к победе в этой игре. Ух, так. Ну как к победе? К чему-то. Откуда я пришел? Зараза, тут все одинаковое, я не помню. Я не помню. Или я не отсюда пришел, или я отсюда пришел. Откуда я пришел? Там хейтера бомбануло. Ух. Все, что мне нужно, это машина улучшения. Просто гребаные машины улучшения. Всего лишь машина улучшения. Давай используем эту, посмотрим. Я боюсь использовать вторую карточку, серьезно. Я тут еще не был. Чё? Дверь, которая открывается второй карточкой для того, чтобы получить вторую карточку? Это SCP, да? Он дает какие-то, наверное, рандомные вещи, я так понимаю. Подожди, какой класс? Эвклид! Меж тем. Это класс Эвклид. Это дырка опасна. Я не знаю, чем она опасна, но она только что дала мне третью карточку. Ё-моё, чат. Я не знаю, чат, как ты там каркал, но мы живем. Блин, чат, осталось не сдохнуть. Чат, мы живем. Бля, чат, я не знаю, что делать. Я хочу сохраниться одновременно, но при этом... Но при этом я понимаю, что я сейчас сдохну, пока буду сохраняться. Чат, мы живем. Счастье, говорит, полные штаны. Еще бы! Третья карточка, чат! Третья карточка! Так. SCP-207. Безопасный. Субъект может очень долго не спать, и у него начинает повышаться умственная деятельность и прочие вещи, но при этом со временем его здоровье начинает ухудшаться. Что это за говно? Эвклид. О, Эвклид я брать не буду, даже трогать не буду. Даже читать не буду. Какая-то жижа, которая, наверное, скорее всего, каким-то способом меня убьет.
Четвертого уровня? О, смотрите. 1033 ру. Четвертого уровня, однако. Наверное, потому что приставка ру дает о себе знать. А почему контейнер открыт? Эвклид. Класс просто. А чё контейнер-то открыт? Она всё залепляет и убивает? Это что? Это какая-то фигня, которая воздействует на твое подсознание и убивает тебя. Через твое подсознание. Так. Я понял, я трогать это не хочу. Так-то, в принципе, чё бы нет-то. Блин, карточка третьего уровня, обалдеть. Ну-ка, давай попробуем. Привет, Мишка. Не, ну сюда, конечно же, не подойдет в любом раскладе, да? Надо еще агрессивнее каркать. Кстати, мы сейчас можем эту штуку полапать. А, или не можем. Вообще тут очень ясно написана одна такая вещь. Может, лучше не трогать? Этот чат будет радоваться, а я плакать. Я так понимаю, что она безопасная, только, наверное, пока ты ее не трогаешь. Я не хочу ее трогать. Прогресс. Так. Чат, каркай не каркай, но профессионализм не пропьешь. Что это такое, я знаю. Могу объяснить вкратце. Вкратце это машина для улучшения. Есть несколько вариантов. Можно полностью раздолбать в хлам, можно улучшить один к одному, можно улучшить очень хорошо, можно улучшить до безобразия хорошо. Улучшать можно даже себя, но тогда ты будешь сверхчеловеком, ты будешь просто очень быстрым бегать, носиться как пипец кто, тебе будет на все по барабану, монстры тебя даже бить толком не могут, но при этом ты умрешь очень быстро. Секунд за 20. Да. Здесь можно улучшать, в общем, все вещи. А это дед. А как убегать от деда, я, честно признаюсь, без понятия. А что мне делать с ним? Ладно. Как? А как от него уйти вообще? Ура, пишет чат. Я еще не умер, я еще жив. Я ничего не вижу. Я эту хреновину слышу. Блять, я чуть не обосрался.
Ее не видно, но только по звуку можно ориентироваться. Понял. Ура, пишет чат. Слышишь, чат? Такой чат? А как мне... А как от деда убегать вообще? Чат, научи, слышишь? Чат, научи, а? Чат, научи, чат. Давай по-бурому. Мы сохранились, поэтому плевать. А как она работает-то? А, во. Подожди. Ага. Во, вот так. О, аптечка. И дед вылазит сразу. Мило. Я хочу посмотреть, что получится хотя бы. Может быть, мы успеем? Походу, я от него не отвяжусь. Единственный шанс от него убежать, это выжить в его этом измерении, я так понимаю. Так, сейчас у меня зрение в норму придет. Обычно спустя время это происходит. Я уже немножко выучил правила здешней игры. А как понять, в какое измерение надо идти? Наверное, оно как-то все-таки обозначается. На самом деле, не очень понимаю, как это работает. Может быть, это как-то видно или... Или хз. Да нет, они на вид вообще все одинаковые. Хорошо. Пойдем в первый попавшийся. Блин, какая же она радостная. У меня нет с собой ни одной карточки, они все остались на машине. Все. Но они, по идее, там и останутся все, так что ничего страшного. Я просто потом пойду и дозаберу их. Ну или как пойду? Что мне с ним делать? Да как мне от него убегать? Как мне от него убегать? Как мне от него убегать? Что ему от меня надо? Че он до меня доебался? Так, хорошо, он сейчас сюда припрется, да? Надо как-то решать с ним проблему. Я это вколол в себе? А чё я вколол в себе? Чё это хоть было-то? Ой, блин. Я чё-то вколол в себя, замечательно. Хорошо. Почему бы и нет? О, аптечка. Класс. Спасибо. Ну, я вроде не умираю. Может, это были жизни? А, это был адреналин. Погоди, я, короче, вколол адреналин. А, теперь у меня выносливость, что ли, мало заканчивается? Я понял. Я просто первый раз эту фигню вижу. Ладно, почему бы и нет? Пока у меня есть карточка, можно бегать по всем коридорам и искать какого-нибудь SCP интересного. Раз дед, сволочь, от меня не отстает и не дает мне использовать машину. Я все равно сохранился, поэтому мне ничего такого особенного нету. А дед, кстати, заметь, не пристает ко мне, когда я бегаю вне машины. Когда я бегаю здесь, его нету. А, нет, есть. Есть, мой хороший.
Я буду просто бежать от него, я не знаю. Я хз, можно ли это вообще сделать на самом деле? По-моему, нет. Ему плевать на закрытые двери, ему на все плевать. Ну отвали ты от меня, пожалуйста, я не знаю, что мне с тобой делать, мразь. Ну дай мне просто улучшить карточки и свалить из этого гребаного комплекса, пожалуйста. Отвали от меня, скотина вонючая. Че тебе это на пенсию свою не имется и не живется, что ли? Я понять не могу. Не, ну хотя, да, я понимаю, в общем-то. Пенсия дерьмо так-то, но... Меня уже 3 секунды никто не пытается убить. Серьезно? Все хорошо. Все? Замечательно. Все? Великолепно. Чат, вопреки твоему ожиданию, я профессионал своего дела. Живу, несмотря ни на что. Так, у нас получилась какая-то игральная карта 2-го, 2-го, 3-го. Фигово. 3-я у меня и так есть. Игральная карта... А, или я, по-моему, кидал игральную карту. Мне нужна 4-го уровня карточка. Чтобы открыть ключ от всех... Чтобы взять ключ от всех дверей. Сделаем так. Не знаю, что получится, на самом деле. Я вообще, на самом деле, от балдыки, да, я даже не знаю, работает ли все это вместе. Может быть, еще и не работает. Как-то надо... Тут хрен наведешься, блин. Фух. Буду надеяться, что это так работает. О, нифига себе. Малек? Понятия не имел, что так можно сделать, но попробовал, получилось. Ой, как я ходить стал странно, блин. Это, видимо, из-за того, что бронежилет тяжелый. Хорошо, сделаем так, сделаем так. И опять же карточки все. По-моему, карточки со всем этим не работают, потому что карточки как были, так и остались. Ой, как я передвигаться стал по-дебильному, ё-моё. Вам, наверное, это не видно, конечно, но... Мне чувствуется. Чат, скажи. Чья-то бутерброда себе делает вкусный. Бутерброды — это круто. Я кушать хочу. О, у меня больше нет карточки 3-го уровня, с чем я вас и поздравляю. Ой, ничего не видно в этой штуке. 2-го уровня, 1-го уровня, и эта карточка, и мастер-карт у меня есть. Ура, теперь у меня будет куча бабла. Единственное, только я не знаю, что мне с этой кучей бабла делать, учитывая ситуацию, но тем не менее. Тихо. Сейчас будем траить, пока не получится какая-нибудь нормальная карточка. Кстати, по-моему, я подыхаю. Момент неприятен. О, стоп, а я могу как-то... Подожди, а если я аптечку улучшу, что произойдет? Давай я аптечку улучшу. Если вообще это работает. Я, кстати, не знаю, почему я подыхаю. Ведь вроде бы меня ничто не ранило. Я уже не помню этого. Дед же бегал за мной, но он меня не поймал. Что за дебильная наводка?
Стример всегда голодает и сидит, страдает. Главное, чтобы чату нравился. Аптечка вроде бы осталась такая же, как и была. Ладно, заюзаем в любом случае. Должна помочь. Так или иначе. Все еще больно ходить. Ну, я так понимаю, что это со временем заживет, да? Надеюсь. Я без понятия. Но буду надеяться, что да. Так, карточка, 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 карточка. С чего я вообще подыхать-то начал? Я все равно не понимаю. По-моему, мне определенно нехорошо. Есть у меня такие подозрения. Блин, какая-то тут наводка дебильная, серьезно. Я не могу понять, что со мной. А если я положу аптечку одну? Без карточек. Было бы так обидно сейчас все-таки сдохнуть, чат. Потому что если я сделаю себе карточку 4 уровня, я получу ключ. Это открывает все двери. Вы, говорит, чувствуете себя хорошо. Замечательно, я бы сказал. Мне прям нравится. Обдолбался чем-то и кайфую сижу. Явно же видно. Доставляет. Я, пожалуй, пойду отсюда. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, там тупик. Наверное, тут есть какая-то закономерность. Но я ее просто не знаю. Хотя вот этот выглядит знакомо. Значит, скорее всего, надо просто дойти до конца. Так, чтобы тебя этой пей... чтобы тебя этой штукой не прибило. Но я нихера ее не слышу и не вижу вообще. Ёб твою мать. Здрасте. Ёб твою мать. Здрасте. Ёб твою мать. Я Нео, мать твою. Я избранный. Сука. Ну, видимо, не для того, для чего я думал, да? Ай, блин. Как так работает? Ну, у меня же все есть, чтобы выжить. Ну, давай, братан. Ну, блин. Ну, все же хорошо. Со мной явно что-то не так. Может быть, это из-за бронежилета, но это было бы глупо.
Почему я подыхаю? Я отсюда не выберусь. Ну, блин. Ну, почему? Ну, что не так? Ну, почему? Ну... Ну давай. Я все еще верю, что у меня получится выбраться так или иначе. Я близок к этому. У меня все есть. У меня даже гребаные карточки есть. Я две аптечки сожрал. Почему меня кроют? Я не понимаю. Чат, твое карканье все-таки работает. Пусть тебе не удалось меня сбить с толку, я все равно так или иначе смог... Давай попробуем быстренько пробежаться, я не знаю. Я пока здесь оставлю бронежилет, потому что с ним я бегаю очень плохо. Сейчас появится дед. В газмаске у меня выносливость, смотри-ка, однако. Я даже не знал этого. Повышается. Я хочу... пробежаться по низу и посмотреть, что там. Ну, я помню, да, там эти двое. Но у меня сейчас... Может быть, есть шанс, я фиг его знает. Из чего я решил, что он есть? Я не выберусь отсюда. Я не выберусь отсюда. Я не выберусь отсюда. Мы обречены, чат. Все из-за тебя. Все просто из-за тебя. Во всем виноват только ты. Я буду стараться. Несмотря ни на что, чат, я не сдамся. Я буду стараться. Да я понял, да, что она опирается на слух, но при этом она в любом случае, как только... Я не знаю, насчет видит или не видит, честно тебе скажу. Но когда я к ней подходил, она даже когда я абсолютно подкрадывался и тихонечко делал все, она все равно поворачивалась на меня и смотрела. То есть даже когда ты подкрадываешься, она все равно замечает. Блин, маленькие аптечки. Я просто думаю, может быть, из них получится какая-нибудь супер-мега-аптечка. Я фиг его знает. И она меня вылечит. Ой, блин. Не хочу подыхать. В любом раскладе. Машину улучшения сделала из двух нормальных аптечек, две маленькие аптечки. Замечательно. Лучшая машина улучшения. Твою же налево. Сейвскам.
нет, это... Что мне делать? Чат добился своего. Чат посылал флюиды говна, и моего персонажа в этой игре измазало ими. Мне все еще больно ходить. Но мне вроде бы даже легчает на какое-то количество времени. То ли я слишком сильно ранен, но я заюзал две аптечки. Две, Карл. Не одну. И больше, чем этот парень, который орет на заднем фоне, а две. Миловидные споры. Миловидные споры не могут приносить говно. Значит, они как минимум уже не такие миловидные, какими хотят казаться. При любом раскладе. Говно, не миловидно. Как это так, миловидная говяха? Хотя да, если пририсовать ей глазки, смайлик там. Мы должны сделать карту этого уровня. Я не знаю даже уже зачем. Мы в любом случае сдохнем. Самое обидное, что я даже не понимаю, что меня убивает. Если какахи прерисовывают румяные анимешные глаза, то она станет даже очень миловидной и кавайной. Когда ты приедешь ко мне в гости, я знаю, чем тебя удивить. Дорогая, у меня для тебя есть подарок, он миловидный и кавайный. О, дорогой, спасибо, не стоило. Да ладно, я старался, я сам его делал. О, дорогой, ручная работа, ну почти что ручная, но работа, да. Не совсем ручная, но делал сам. Я только что... Я умру в этой игре, в любом случае. Но у меня есть карточка 4 уровня. Все, что я могу сделать сейчас, это одеть на себя противогаз. И бегать. Потому что я знал, что эта сволочь появится. Так как по времени уже пора. Чат, у меня карточка 4 уровня. И я ее сохранил. Карточка 4 уровня. 4, чат. Она 4 уровня. Блять, ну что, что за ган... Что за х... Он вроде бы отстал. Я знаю, что есть SCP-таблетка. Я знаю, что SCP-таблетка может вылечить от всего. Правда, я понятия не имею, как она выглядит, но тем не менее, наверное, она похожа на таблетку. Было бы логично. Это просто, блин, комната наблюдения за этим SCP.
Это что за SCP? Безопасный. Хорошо. Я за него рад. У меня сейчас, к сожалению, нет времени читать. Я должен жить. Я должен жить, несмотря на все, что говорит или хочет чат. При любом раскладе. Что это такое? Я даже не знаю, что это. Я уже едва передвигаюсь, блин. Давай возьмем, хрен с ним. Это книжка. Кстати, 10.25. Кто хотел, чтобы я взял? Я взял 10.25. Вот это был тот самый. Это книжка. Ты прочитываешь какую-то болезнь в этой книжке, и ты ей заболеваешь. У меня есть шанс спастись в любом раскладе. У меня есть шанс спастись. Мне нужно найти этот SCP, который меня вылечит. Мне просто нужно его найти. Ничего сложного, я это сделать смогу. Блять. Где я? Что это? Ладно, я даже не буду, я вообще хз. Куда я попал? Так, стоп, она совсем закрыта, да? О, что это такое? Я здесь могу сохраниться. Погоди, сюда кто-то идет. Ничего не происходит. В смысле? Здрасте. Чё, как? Может это? Ну, дружить, не? What the fuck? What the fuck? Слышь, чувак, это... Нахера я сюда зашел? Ничего не происходит. Зашибись. Зашибись. Чудесно. Великолепно. У меня все шансы выжить. Я это прямо чувствую. Я прямо ощущаю. Я вижу это. Я не сдамся, бля. Что это за говно? Это Омск. Это Омск. Это штука, которая помогает от деда. Господи, как я хотел тебя до того, как я отдался этому сраному деду. Чат! Господи, боже ты мой, я спасен. Чат, я спасен. Чат, чат, чат! Черт, я не сдался, и я выжил.
Чат, твою мать. Чат. Чат, это comeback is real. Как говорили слова великих, comeback is real. Comeback is real, мать твою. Comeback is really real. Yeah, bitch. Кайфово. Господи, как кайфово. Как хорошо, что я нихера не играл в эту игру, но при этом я все равно про нее что-то дознаю. Первый раз играю, серьезно. О, симпатично. А и что мне это дает? А, это просто уровень 2 допуск, я понял. Выглядит просто по-другому. Ну, у меня 4 уровень допуска. Ну, я оставлю, ладно. Теперь мы можем с вами от деда уходить. И у нас есть 4 уровень карты. Господи, у нас есть шансы выбраться. У нас есть шансы выбраться. Да. Я, мать твою, жив. Я жив, мать твою. Суки. Я сейчас давай ебаюсь. А мрази, думали убить меня, да? Хер вам, я так просто не дамся. Я так просто не дамся. Я слишком для вас крут. Что там за херня? Блять, ёпт. Это СЦП. О. А стоит ли мне к нему заходить? А, я и не могу. И чё? Написано Евклид. На стенке. Значит, этот СЦП... убивает. Я, к сожалению, не со всеми СЦП знаком. И одни не все видел. Так, я так на диване лежу, а вокруг тебя получается 2... Блять, да хватит так делать. О, двери открылись. Это типа намек? Чё-то не уверен я. Но я сохранился, ладно, давай попробуем. Я сохранился. А меня пустят туда? Тупая идея, да? Да? Тупая идея. Они на меня все смотрят. Все. Все на меня смотрят. А? Ой. Ну это я просто посмотреть хотел. Это я просто хотел посмотреть, мне было интересно. Что такое вообще, я первый раз это вижу. Поэтому как-то так. Просто я сохранился прямо здесь, поэтому не страшно. Чат, и тем не менее, я вас поздравляю. Вы, конечно, каркали, и ваше карканье отчасти срабатывает, но против профессионализма не попрешь. Но я уже много раз это говорил, но я профессионал своего дела, я четко понимаю и знаю, что я делаю. Поэтому ты, чат, не можешь ничего противопоставить профессионалу. Увы, но это так, смирись. Поэтому у нас с вами все хорошо. Ну, почти. Я от всего излечился. Опа. Привет, ребята. Я от всего излечился, и я, собственно говоря, имею карточку 4 уровня. Мне сейчас нужно найти комнату, где был ключ от всех дверей. И с помощью этого ключа от всех дверей я не знаю, что я буду делать, но я смогу открывать вообще все. Это, тем не менее, как ни крути, поможет. Профессионал, да тебе просто везет. Умей признавать свои ошибки, чат. Кстати, я нашел твоего СТП 1025. Прочитал эту книжку перед тем, как откинулся персонаж. Так, хорошо, я надеюсь, он там свалил. В смысле ты не свалил? А как же...
Ты чего? А у вас тут уютно, пацаны. Хороший город. Так-то, в принципе, неплохо. Я знаю, что это Омском называют. На SCP Foundation так написано в комментариях. Я не знаю, почему это Омск, но тем не менее. Омск ничего такой. А мечи неплохо выглядят. Видимо, свежий воздух хорошо и положительно влияет на них. Ребята бодры, здоровые, веселы. В принципе, да? Ой, не то нажал. В смысле стоп-хайдинг? Я не хайдинг. Видимо, тут долго находиться нельзя. Я понял. Говорит, не бойся. Слышь, не бойся. А что мне делать с ним? Да какого хрена? Я не понимаю. Я вообще зря открыл эту хрень, где был этот чувак, который сейчас за мной бегает. Чумной доктор, да, судя по его маске. Я ж не знал. Нахрена я открыл ту дверь? Если бы я в той двери ничего не нашел, кроме этого. А теперь он за мной бегает, он хуже деда. Класс. Класс. Все вроде бы и хорошо, но при этом я нашел вот этого козла. Зашибись, Не бойся, говорит, я тебя вылечу. Это будет очень эффективно. Видишь, это очень эффективно. Спасибо тебе, мудила сраный. Что мне делать с ним? Новая проблема, блин. Да иди ты в жопу, не нужен мне доктор. Проктолог херов. Что это такое? Он же, по идее, не сможет открыть двери, где... Он же никак дед, он не ходит сквозь стены. Он не сможет открыть двери, где нужен доступ. Какой-то определенной карточки. Ведь так же не будет это работать? Ну, по логике, я хз. Вроде нет. Хорошо. Чат пишет, без чата ничего не можешь. В смысле, блин, ты что там сделал, мать твою? Хорошо. А я где? Там было написано на стене Евклид. Он говорит как робот грёбаный, хотя это из-за маски, наверное. Опа. Что, блядь, происходит? У меня персонажи туда почему-то тянет. Что за нах? Зашибись, у меня дела просто. Вообще, я не знаю. Просто муа, персик божественно. Господи, мечтал всю жизнь. Дай прочитать, а? Да что так? Я не могу... Я вообще не управляю своим перцем. Что за хрень? Я же даже дверь не открывал. Какого хрена она открылась? Я хочу почитать, что это за говно. А, я иду все равно. А как я читать-то буду?
Это, короче, какая-то коробка железная, из которой доносится мелодия, которая длится минимум 2,5 секунды, после чего повторяется и зацикливается, если ее открыть. Найдена она была в таких-то катакомбах в Италии. Музыка, которую вы слышите, наносит вам психологическую травму и при этом заставляет вас закончить жизнь суицидом. Как только заканчивается как только вы подходите ближе и заканчивается мелодия, то вы заканчиваете жизнь суицидом, выцарапывая себе руки. Мило. Так-то, почему нет? А почему я закрыть-то не могу? Что за бред? А что делать? Почему это дерьмо вообще открылось? Я хочу посмотреть на это дерьмо. Да блин. Надо посмотреть, пишет чат. Да ёп. Кто не понимает, у меня, короче, персонажа тянет туда, я ничего сделать не могу. И мышка тоже туда тянет. Да иди ты нахер. Да блин. Эта херня, короче, она приманивает тебя. Ну, мне тоже, правда, интересно посмотреть. А, ну вот, смотрите. Там какое-то дерьмо есть. Хотя мне интересно посмотреть, анимация, есть ли какая-нибудь смерть или нет. Давай посмотрим, ладно, хорошо, сейчас, давай посмотрим. Ради тебя просто. О, смотри, там какая-то говнецо. Я хочу посмотреть на это говнецо. Это рука чья-то, что ли? Ой, я могу ее взять? Я взял руку? Серьезно? Оторванная рука? Наверное, я могу ее к чему-то прислонить, как отпечаток пальца? О, это полезно, блин. Слушай, чат, я уже передумал умирать. Что это такое? Что это такое? Блять! Иди нахер пошел. Да ёп. Ух. Как ты это... Блин. Я тебе не дамся, сука. Нет, чат, я так просто не умру. Я взял руку. Класс. А, что мне делать с рукой? Давай попробуем уйти в Омск. Возможно... Возможно, доктор уйдет, если я в Омск уйду, но это не точно. Да, отнюдь не точно. Как он знает, что я здесь? Хотя, да, он видел, что я сюда зашел, но, блин. Блять, ну ёб твою налево, ну какого х... Пошёл ты. Вот же мразь. Вот же мразь, а. Чат, что мне с ним делать? Чё мне с ним делать? Что мне с ним делать? Он один раз до меня дотрагивается, и я тут же подыхаю. Что за бред собачий? Ну, хоть какому-то козлу сейчас в чате хорошо. Да, суицид?
Чё, кот обосрался тоже, да? Аж голова заболела, блин. А меня-то за что? Его бей, он же задонатил. Чат напугал, чат меня при этом лупит. Меня-то за что? Бей того, кто донатил. Сидит там счастливый. Спасибо, братан. А, как мне в голову долбануло. За то, что поставил такой донат. Ничего не знаю. Донат сам себя поставил. Ничего не знаю. Че это такое? Как я шуганулся, сука. Ой, зачем я это взял? Я даже не знаю, что это. Простите, у меня нервная. Зачем мне карточки первого, второго уровня, если у меня четвертая? Где ты руку Бенни потерял? Я сдох, блин. И рука Бенни пропала. Она находится там, под манускриптом, но я сейчас не могу туда пойти, потому что за мной эта сраная хрень бегает. Че это такое? Так, объект безопасный. Как это было сыкотно. Блин, зараза, я реально шуганулся, без прикола. Почему я сейчас себя веду так по-дебильному? Потому что я реально шуганулся, я реально не ожидал. Это еще так громко, блин, господи. Донать мне на костюм. Я все равно себе его не куплю. Но тем не менее. Спасибо, братан, спасибо. Пойду похамать нам еще. Я уже буду потихонечку скоро заканчивать, возможно, но это не точно. Фух. Так. Короче, она тянет тебя в сон, это кольцо при одевании, и убивает твою ментальную соображалку. Ты начинаешь думать медленнее. Твоя реакция замедляется. Ты помаленьку начинаешь тупеть. Пока в итоге совсем не отупеешь. Но при этом у тебя полностью блок мыслей, ментальный блок мыслей, и тебе становится по барабану на урон. Твое тело невосприимчиво к ядам и другим веществам.